Юху, всем привет! Меня зовут Артём. Вы смотрите канал Собираешь Ченем. Рай будет Тхисис Пояс. 59% родителей Фрибурга практикуют физические наказания. Наказания. Так. Эпатажный художник Зигмунд Харминг покончил с собой. Винная бочка какого-то века какого-то обнаружена на сроке. Что он хорошо, то другому погиб еще. Так, 14 века, короче, тут. Все, за работу, друзья. Поехали. Так не пришел он, ладно. Шубивка перебрал. Хорошо. А если он пился с Демом, ладно. Перебрал с выпивкой. Да что такое? Что они пьют? Нельзя. Пошел бы, окашит всем. Туалеты какие-то там, отговорки ищут, там пьют постоянно, чтобы на работу не идти, ну дают менты. Постоянно пьют они, чтобы отпустил их отдохнуть. Ну дают такие наглые менты стоят у меня тут. Ничего себе тут. Жек один мог партнер, которого, я надеюсь, пересадница какая очень крупных контрактов хочет по просьбе жены открыть в Выборге кондитерскую фабрику. Время в том, что местный магазин наполнен продукцией фабрики. Экспериментинный имбелус. На рынке нет места для конкурентов. Мне нет никакого дела, ну сраных конфет. Но я хочу показать, что я выгодный союзник. Сегодня пара моих лучших парней сожгут пабрику этой экспериментинной дотва. И то не сайт у нас у них на пути, правда ведь? О, господи, вот тут. О. О. Охо. Так, объектив. Так, ту стойка там. Конечно, этого берем, конечно. Да, 400 профессионализма у него. Во. Е-е-е-е. Найс. Ах ты гад, как ты... Ну дают. Опять провалил. Второй раз провалил уже он всем. Так почти у всех уже лычки есть. Давайте еще отправим кого-нибудь там на переподготовку. Так. Этого давайте что им. Букрайка. Деда может потом. С-чан давайте. Знаете, что деда уволим? Зачем нам старые нужны тут? Без обид, недушка. Кости Васеев, тебе придется уволить. Ты шкам стах. Этого возьмем лучше. Так. Офис страховой компании Резус Кортиум Коверт пошел вооруженный мужчина и открыл огонь. Так. Беспорядочный огонь по всем, кто был внутри. Полицию позвонила секретарша, которая... Хотелось творить, по ее словам, мужчина уже давно скандалил со своим агентом по поводу выплат. А теперь, похоже, начинается сойти с катушек. Так, ой, блин, забыл. Пес нас отправил уже. Сотрудник фотосалона Кларк Митчелл позвонил полицию из-за клиента, которая, вероятно, возвращает малолетних. Мужчина внес фотоаппарат. Нес фотосалон, хочет проявить пленку. Взор большинство кадров, фотографии семьи с отпуска. На самых ранних снимках зоник увидел голову пожилого мужчину рядом с девочкой, не Саши, 15 лет. Судя по всему, клиент фотосалона просто забыл про эти кадры. Трое двое пузырят. Это расследование, расстояние, значит. Где-то дома идти. Это дома, так. Где-то ставим. Бабу, этого и эту. Еще давайте этого поставим. Вот. Так сейчас найдут все. Эйн Фридер испугалась, что только что встретила самоубийство. Он ведь рисунно был такой грустный. У меня просто слезы завернулись. Да увидела эту бедняжку.
Он всем своим видом показал, что застрял в жести и не может двигаться дальше. Спасите его. Он еще промолвил женщинам. Самоубийством? Ну ладно, давайте отправим, что ли. Отправи так. Посмотрим, что будет. Вызываемый стоит в салоне спиной к двери и просит сотрудника по терапистам. Мужчина, выйдите, пожалуйста, на улицу. Так. Во. Во как надо. Продавец в круглосуточном магазине вышел покурить. Заметил фигуру в капюшоне, которая крапошилась возле автомобиля на углу. Сначала продавец подумал, что чего-то плохого, но автомобиль сводила сигнализация. Так. Угроза. Женщина впервые видела начинается мимом. А. Мистер Бойт, я не буду рассказывать о том, как дорога мне моя фабрика, и как я с этими шла к тому, чтобы воплотить мечту моего покойного мужа, наполнить город конфетами, который сможет позволить тебе любой бедняк. У нас нет на это времени. Я слышал, что вы деловой человек, потому что... Поэтому я решил к вам с деловым предложением. Спасите мою фабрику, я буду ежедневно делиться с вами прибылью. Оу, ежедневным? Я согласен, с угол сына согласен. Ежедневно, значит. Так, не представишься. Женщина скрывалась на бескрявый крик. Прорала, что прямо на ее глазах сумасшедший мужик в кислотных штанах сидел, ел собственное дерьмо и глупо улыбался с очевистом. Это же отвратительно, боже, на глазах у своих людей и детей никак не могла меняться с женщиной. Дерьмо свое есть, а что, как это? Так. Во время похорон магичек ударил с храбрячего отца Лопата, ему казалось, что отец презрительно смотрит на него, началась с потасовка. Так, подождем сейчас. Сидим, ждем тут. Спасибо, мистер Бойт, моя фабрика спасена. Знаю, что вы хороший человек, а каковы вроде почти не осталось, говорит. Так. Человек, я не знаю, что сбило тебе в голову, но ты пожалеешь о том, что он проснется в конец. Придет день, и ты увидишь, какую чудовищную ошибку ты совершил. Блин. Вот да, что я наделал. Блин, я же потерял все деньги со скрытого счета походу. Фух. Хорошо, я на скрытый счет немного положил денег, всего лишь 50 тысяч. Фух, хорошо, что так мало положил. А то бы все деньги пропали эти. Как мужчина вернулся из командировки в Японию, просто наслаждался так поэзионными тут и с авангардными сладостями. Все, видите, задание исчезло, это все. Все, больше нет этого здания, все. Не работает больше. Так пойман преступник, все. Так, этого буду расследовать сейчас будем. Хуан Камило Салас организовал законную перевозку распиленным автомобилем за границей. Так, драка, отчет. Отлично. Превосходно просто все. Эмилио Монтес Минрано, подозреваемый в убийстве жены и ее родителей, но убищенный под залог, выслушался своими адвокатами о линии защиты на предстоящем слушании. Развязался спор, они долго орали друг на друга. Затем мистер Минрано резко выбежал из конференц-зала и через несколько минут вернулся с оружием. Он выстрелил в голову одному из адвокатов. Остальных уложил на землю. Секретарь вызвавший полицию сообщил, что двое с этого оказался счет и выстрелом. Так, спецназ надо. Так, побольше уж поставить. Дело же опасное. Так, группа приезжих болельщиков запела с обеденную песенку по фейбург-стоисту
Треноголовых. Тогласава поя кукурузными початками. Местные фанаты не стали терпеть такого хамства. Завязалась драка. Так, ладно. Справимся мы. Все окей будет. Так, подождем сейчас. Так, контрабанда, вон. Так, детективы. Ставим побольше. Во. Во. Так. Ну что тут? В конце есть Зай, Эмиэл, Мондес, Медрану с ружьем стоит спиной к двери и держит на мушке двух мужчин, забившихся в угол. В балу лежит еще два человека. Один не двигается, а второй стоит и держится за живот. Мисс Мондран, у нас в связи. У нас в связи ваша жена, она моет вас не делать глупостей. Вы следите с шокера, давайте что им. Все, шокером сразу выруби и все. И все делом. Так. Массовая драка. Отлично. Группа из 10 студентов поехала в лес с ночевкой. Они поставили палатки, развели костер, пели спиртное, пели песни. Около полночи на них вдруг навалился огромный мужчина с мешком на голове и топором в руках. Одной девушке удалось приезжать до дороги, где она остановила попутную машину и попросила вызвать полицию. Судьба других студентов неизвестна. Так, а это уже интересно. Так, сейчас подождем. Ментов сейчас. Так, дело важное. Так, расстояние. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, по-любому маловато. Контрабанда. Тоже тут маловато. Так, давайте так поступим. Директивы. А сейчас потом там. Так, давайте так сделаем. Сейчас сюда поставим тут. Во, вот так. Так, сейчас работают директивы нашим. Так, едьте, давайте в лес. Осторожно, как там маньяк этот живет. Так, что там будет, сейчас узнаем. Сами справятся, думаю. Так. И все, поймаем маньяк. Все. Дед, завтра работать. Ты тоже. И ты. И ты. Все. 102-й день нужен. Радиостанция как облажат водительным налогом. Лечение Blue Velvet может вызвать судороги. Исследования. Бродячие собаки опаснее акул. Работать. Манда работать. Не пришел. Опять не пришел. Что не приходит? Что за ерунда такая? Загрузки. Перебрал с выпивкой. Ты... Так, ладно. А ты что? Ладно. Подруга врезалась, ладно. Так. Что, начнем? Работать. Последний год мы активно боремся с нерегистрированной предпринимательской деятельностью, с серыми компаниями. Безос, Безос бессовестно пользуется дырами в законах. Мы ужесточаем некоторые нормы, чтобы для мошенников сложнее было арендовать помещение, ввозить товар в город. Разумеется, тут же близко недовольны и хотят обыскать платье с потоками мэрии. Нужно научить их тунеядцы уважать закон, если потребуется, то с применением силы.
Так. Так, детективы. Так, оставим. Так, тут. Почти все дома тут сидят. Думаю, сойдет. Пограничим. Двое ударим. Так, около 80 индивидуальных предпринимателей и представителей мелкого бизнеса окружили мэрию. И выкрикивают рожа с убийством бизнеса. Так, отправляем. Куда цента не получится уже. Так, Джек, мэр гнет законным интересом своих друзей. Из крупных корпораций в буквальном смысле уничтожает мелкий бизнес. Многие его инициативы идут в разрез федеральным законом, и если его действие полиция перегнет палку, то отдуваться придется тебе, стоит перестраховаться. Так мы с задним числом оформим на случайном офицера покупку небольшого количества акций одной из компаний, которая прыгает и закрыть тем мелких конкурентов. Все будет выглядеть так, что он самостоятельно инициатировал с подавления протеста. Ну что, стоит купить, покупаем давайте. Деньги потом заработаю еще. Успею заработать. Где-то школа сообщила по засовке, которая произошла на переменке в школьном столовой. «Эй, жирная корова, где твое вымя?» — крикнул Мигей Махинус в адрес Эммы Хадис. Схазик. Хадзик. Когда она проходила с подносом мимо его стола, она покраснела и набросилась на обидчика. Учителя не хотят вмешиваться. Мигей сам напросился. Так. Внимание, Джезабей Экскаланте привлек мужчина в парке. Одетый по сельскую форму, он ходит и орет на всех, размахивает оружием, угрожает, бегает за собаками, валяясь на траве. Нервно не в себе и пугает всех окружающих. Честно говоря, я сомневаюсь, в этом настоящий коп, заявила мисс Экскаланте. Блин, куда же здание это делось? Что я наделал? Ведь смогу деньги обратно вернуть своим. 50 тысяч поставил там на черный. На черный счет поставил. Увидев полицию, мужчина в форме подошел поближе, а его дал честь. Форма на нем явно из магазина сувениров, но выбор стоит, кажется, настоящий. Офицер, вас срочно вызывает полицейский участок, где вас срочное? Давайте так. Во. Мистер Бойт, ты долго закрывал глаза на день на сельской клинике, которая, по сути, им служит абортарием для любой подоскухим. Благо руководство смиренно признавало свой грех, и вдовы намжало нашу стрелку веществами, необходимыми для подавления нашего благословенного порошка. Недавно в клинике сменился главный врач. Он отказался продолжить сотрудничество, наложенное его небожными предшественниками. К счастью, мне удалось быстро найти замену веществам из клиники, наших производством и бесходалом. Однако этому выскочке главврачу нужно подать урок христианского смирения. Вы у вас есть люди, которые знают, что вы из этого картины лучше всего с капием и без наркоза. Так, какие силой надо? По-любому силой. Так мэр сказал. А мэра надо с ушастым. Так. Так. Ну что тут у нас? Давайте езжайте уже. Алло, это полиция? Моя школа заминирована. Сказал звонкий голос. Потом в трубке началась какая-то возня, и связь прервалась. Знаете, ерунда какая-то, наверное. Как-то странно звучит. Может, школа заминирована, и все. Сегодня в баре Эдди Бургер состоит ежегодный чемпионат по поеданию картофеля. Никаким присутствующим... Присутствие полиции необходимо. Маловато.
Так. Ну что, ждем с. Наркоман находился на причине, похитил дорогостоящий аппарат искусственного дыхания и заперся с ним в туалете. Ведь Скрэп пытался его вразумить. Но тут крепко обняв аппарат, выверял, что это его имущество. Когда сотрудница больницы подошла к нему, выхватил из кармана скальпель и повернул женщине плечо. Вынос, быстрее, езжаем туда. Никакой бомбы купы не обнаружили, это школьник стоял в ее ости, решила сорвать контрольную, которая была не готова. Так, ну что тут дальше у нас? Давайте едьте уже, что ждете? Охранник из магазина игрушек задержал толстого мальчика, который называет в родстве. Я уверен, что он что-то спрятал у себя в штанах, но ничего не смог найти. Это мелкого юга уже все слезы выпукало. Бежали скорее. Ладно, давайте. Отправим двоих, что ли. Так. Так. Уже ночь начинается там. Погоди, Кирилл, давайте ищите кадры уже там. Поступила именно наводка. Сегодня поздно вечером в порту будет разгружать большую партию героина. Вуз хорошо охраняется, и по словам источника его хотя бы без боя не сдаются там. Ну, будет старт, блин. Так, кражем. Парень ничего не крал. Мать ребенка уже отчитала охранника и забрала своего сына. Непонятно. Так. О, прокуратура есть основания полагать, что вы серьезно превысили свои должностные полномочия в ходе сегодняшней акции протеста. Вас вызывают на официальный допрос. Октябрь? 26 октября, что ли? Владелец заведения сообщил, что на бармена напал посетитель. Бармен оказался наебать посетителю, потому что он выглядел слишком юным, не предъявил документов. Но этот парень просто взбесился, перепрыгнул через стойку, разбил бутылку виски и теперь угрожает бармену осколком. О, хорошо. Отлично. Так, ждем-с. Так, едьте, давайте. Так, 2 часа осталось, и Кирилл, давайте уже. Ищите там, что надо. На стойке бара стоит молодой парень с куском стекла в руках и угрожает едающему бармену. Заказать выпить, ударить дубинкой. Дубинкой давайте вас сутим пустым. Так. Так, сейчас кадры будут. Расстроением. Контрабанда. Так, сейчас подумаем. Так. 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 Давайте начнем, что ли. Хуан Камилу Салас. Он работает со стажем, может достать и переправить через границу и свой груз. Он вооружен, считает, что ему не нужна выездная охрана, оплата. Начальник вокзала морфинист, и Хуан Камилу Салас посоветует ему морфий. Обидно то, что он закрывает глаза на контрабанду. Так, ладно. Так, тогда упаковка. Части Каспийного автомобиля спрятаны в контейнер, который привозят фуром. Далее грузят вагон прямо из фуром. Таможня. Хуан Камилу Салас договорился, что груз проверен на вокзале. Сразу печатаем. За эту услугу он платит наличными.
Оплата. Так. Чек вызовов, безуха нас подписает ему Морфи. Обмен тушам. А, Морфи. Так. 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 Не то, что им. Так. 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 О! Так, Хуан Камил Саска, наводи со стажем. Дом клиникам. Кафе. Скорее всего, кафе будет. Так, толпа срывалась. Так. Разъяснился просто толпа, которая выступает за запрет азартных игр в Фрибурге. Игромания боязни. Кондирует Рюдин. Тем временем из казино вышла группа молодых парней, господин вас телосложения. Они пытаются группа объяснить протестующих. Так, а тут что? Так. Так, мы с мамой уже собрались уходить, как когда к нам подошел отец Хьюм. Так, Хьюбер. А, так что ему? Он повел меня в свой кабинет и велел читать нагорную проповедь Иисуса Христа вслух, не поднимая головы. Так, давайте то. Это сначала, потом это. Потом это. Сам он сел рядом, приобнял меня за плечи. Потом расстегнул мне верхнюю пуговицу на рубашке. Мне это не понравилось, но я ничего не сказал. Чепуш он достал свой фотоаппарат. Начал снимать меня, пока я читал. А когда он отложил камеру и стал просвечивать меня в своих руках, я убежал. Понятно. Так. Мама мальчика. Майкл и его хор долго репетировали, наконец выступили перед паствой нашей церкви. Все аплодировали слове Иисуса Аминь. После к ним сыном подошел отец Хьюбер и сказал, что хочет помолиться вместе с Майклом, потому что Господь подарил ему свой ангельский голос. Отец Хьюбер сказал, что подвезет Майкла домой. Я верила сыну найти вместе со своим отцом. Мэтт эксперт. Найти мальчика не нужно следов сексуального насилия. Фотографии. В кабинете Аарона Хьюбера обнаружено множество полароид фотографий с мальчиками с церковным хором. В некоторых кадрах дети частично и полностью без одежды. Так, папа мальчика. Не пришлось уйти с середины выступления Майкла. Совал на работе, но теперь в церкви я руку сына ни секунду не выпущу. И больше никакого хора. Пусть он лучше в рок-группе поет. Так, сейчас, давайте так. Так. Так, во. Аарон Хьюбер, священник. Во, как надо. Каскай отправляем так. Галерея искусством. Собор. Дай сюда тогда отправим. Ах, спецназ надо. Мандатик без спецназа отправим. Так. Ну, давайте, ловите, давайте. Поймайте, давайте. Ну, давайте. О, блин. Так, и это еще. А, отлично. Во. Все. Найс. Так. Это сразу нужно мне. Это тоже. Этот уже есть, это тоже. Так, где тоже завтра будет? А, ну так работает все. Все, завершаем день. Чекпоинт. А, друзья, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.
Всем до новых встреч. Удачи. Отношения будут в следующем выпуске. Пока.